А, да, я думаю, с русскими танки патрулируют. Ну да, я просто... Только он перед Опа. Чего? Да не залез. Не-не-не, он просто... Да, рядом, а рядом с полицией. Ладно. А звук? Коль, тебе видно? Крайне занятно это в тишине. Да, мне кажется, долго. Thank you.
Это фальшок какой-то. Мне кажется, мы просто вдалеке, Паша. Там это не так. Там, наверное, что-то прям феерическое происходит. Ничего не поставили. Да нет, я так понял, что там... Там концерт. Нет, вот еще в небе под сигналом. Нет, нет, реально очень клево в тишине смотреть, да? Не, ну реально красиво. Да. По-моему, прожекторов набирается побольше, больше, больше, да? Страшно. Чего? Стрим ВКонтакте, это страшно звучит. А все сейчас прямой трансляции на этом канале. Что? А, ты имеешь в виду Глеб? Только он не у нас? Пух, пух, пух. А то мы едим здесь, а так не качать. Заметили, что салют сместился в правее, да? Уже бы здесь что-нибудь взорвали. Нет, они бывают, что все его сами. Да, да. Нет, ну, это нельзя. Чего? С этой стороны. Нельзя. Ты скажи людям слева. В одном и том же месте. Я больше не знаю,
хотя, возможно, ты прав, потому что такое ощущение, что реально стало ближе, может быть, несколько... Что? Там что-то было написано. Это называется «Сказки надписи». Ага. Так будто бы сейчас печки нет. Так мило, маленький. Несколько часов. Очень много впечатлений. Не, ну это прекрасно. Давайте все вместе. 3-4. Ух ты! Ой, у меня даже раз фокус камеру произошел. Чайка. Да, птичка просидела. Нет. Не раз? Я вижу только вспышки. Да. Крылья сигнал с корабля световые. То есть временный лаг 4,5 секунды, даже больше. Что хотите бы сказать? Вау! Кто-то, наверное, поддержал до этого флешмоба. Чего? Смотри, это типа на мосту как дождик, видишь? Такой как... Наверное, толпу заразил. Наверное. Ну, прикольно. Как бы издалека, это конечно... Я готов к толпу часть. Офигенно, слушай. А я видел... А я просто своим... Я своим зрением даже этого не видел. Кого? Вот, видишь, в камере, видишь? Да. Это сейчас там на мосту. Да, я знаю. А у тебя такое зрение хорошее? Да. А для меня это просто белая пелена. Ну, понимаешь, у меня близорукость, а не дальнозор. Я вблизи хуже, чем вдали. Ну, все, там, в принципе, в программе было 10-минутное представление, а у нас было аж все 12 минут. Вау, эффекта. Это они перезаряжали, видимо. Давайте, напоследок большой, я тоже буду. Вау! Наконец-то русский салют. Наконец-то. А то взрывался как не родной, а сейчас... Все заценили, это химия.
Мне кажется, раз фокусироваться нет автофокуса. Такое ощущение, что мэр города достал бюджет и сказал на все. А все вот? Что, больше не будет ничего? Вау. 10 минут. Но что-то пошло не по плану. Светлячки. Мне кажется, я уже чувствую запах напалма. Нет, порох, да. Да, смотрите, мы тут корабль пропустили, он там есть. А уже. Корабль? Корабль, господа, салют. А корабль тем временем тихо, потому что да кому он нужен с таким салютом? Вот и... Оставишь корабль. Нехилый корабль. А вы с вашими картинами? Я теперь за плохую эту шутку буду. Самолет просто падает.
все кончилось, там все идет. Ну да, у меня 14 плюс 7,5, да. 21-22 минуты, да.